В этом году Ночь музеев в Брянске проходит наконец-то в очном режиме. Из-за пандемии все было заочно. В пятницу три музея проводят, по крайней мере, эту акцию. Художественный музей, краеведческий и убежище братьев Ткачевых. Завтра будет в Овстуге проходить Дятьково и Партизанской поляны. Жаль, что неизвестно, что происходит в поселке Единого, где музей мамонтов. Но там вроде бы акции нету, не нашли на сайте, по крайней мере. Ну что ж, пойдем посмотрим. У нас сегодня выставка «Жил советский гражданин». Живопись и графика и собрание музея. Вход у нас боковой происходит под красным флагом. Артефакт можно установить. Что ж, продолжаем движение. Художественный музей. Возрожденные лики. Результат реализации проекта – реставрация произведения иконописи и собраний Брянский областной художественный музей. Выставочный центр. Проект сейчас в течение 7 лет, с 9 по 16 год, на средства федеральной целевой программы «Культура Россия». Спас Вседержатель. Центральный образ иконографии Христа. Покров Пресвятой Богородицы. Наиболее почитаемый православный праздник. 12 века. Установлен в Владимирском Суздальском княжестве. Центр иконы «Стоящий в воздухе Богородица». На сопавшем держит белый плат покров. В нижнем ярусе роман «Сладкопевец». Справа блаженный Андрей, указывающий Епифанию на парящую Богородицу. Огненное восхождение пророка, тоже интересное. Илия, один из самых почитаемых в христианском мире ветхозаветных пророков. Пророк возносится на небо над огненной колесницей, оставляя милость ученику, как знак пророческого служения. Архангел Михаил, главный архангел. Глава Иоанна Предтечи, Богоматерь Федоровского, 15 век. Преподобный Иоанн. Икона Трехчастная. Для половения Господня. Святые Козья и Дамиан. Рождество Богородицы. Святой Серафим Саровский. Иконы Божьей Матери. Сегодня в честь Ночи музеев.
речной пейзаж. Свежий ветер. Торжок. Интерактивная доска есть, показывает. Только художественный музей Некрамского история. 1907 года положено. Сейчас полтора прошло.
Рождество и куда они делись. Давай, может, с кафоном что-то играем. На самом деле, вот мы сейчас играли, да, они, ну, два инструмента одинаковых, они между собой хорошо сочетаются, в общем, все довольно просто и классно. Но также он сочетается из вообще разных инструментов. То есть, это, по сути, барабан. Он сейчас будет давать ритм, мы так тоже поимпровизируем больше дела. И вот вообще вот это классно, с гитарой, с пианино, с флейтой. Да, можете написать космоскай. Космоскай. Пишите, найдете там наши, ну даже все в соцсети, у нас и сайт есть, и ВКонтакт, вообще везде мы представлены. И у нас своя студия на Кургане, прям мы там играем, и занятия проводим. У современной квартиры. Советского уже периода. Это в советское время. Автобус с газетами. Лесные мастера. Больница. Районный уполномоченный. Набережная. Узнаю набережную. Гости Серебряников на колхозном рынке. После посещения монастыря. Павлин. Индюшка. Ничего, это бы ничего не снимать.